Добрый день, мы сейчас находимся в родном для меня городе Запорожье. Сегодня здесь концерт в зале имени Глинки. Проходит международная конференция, посвященная раку молочной железы. Уже началась конференция, все поприветствовали ее организатора, выдающегося украинского ученого Алексея Ковалева. И сегодня на этом мероприятии было очень большое представительство. С приветственной речью выступила госпожа министр Ульяна Супрун, ректор Запорожского медицинского университета, профессор Юрий Колесник. Выступили представители института рака, директор института рака Елена Колесник, вот профессор Думанский, заместитель директора по науке института усовершенствования врачей, профессор Шаповал. В общем, большое мероприятие. Желаем успеха и поздравляем юбиляра Алексея Алексеевича Ковалева, в честь 60-летия которого происходит это данное мероприятие. Желаем успеха, следите за новостями. Из Запорожья профессор Бондаренко.